Наступает новый 2019 год. Если вы еще не определились, где будете его встречать, приходите 31 декабря на Театральную площадь. Кроме прекрасного настроения, здесь можно будет получить подарки. 31 декабря новогодние гуляния на Театральной площади начнутся в 8 часов вечера. Здесь откроет свою работу новогодняя площадка «Пряничный домик». Жителей будут угощать чаем с бубликами, и все это будет проходить под зажигательные выступления лучших творческих коллективов района. В 21 час вечер продолжит театрализованная концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь-2019». В программе дискотека, концерт творческих коллективов, выступление краснодарской вокальной группы «Пари Плюс». Во время развлекательной программы будет проводиться новогодний розыгрыш призов. Что же нужно сделать, чтобы получить новогодний подарок? Прийти на праздник, отдыхать и веселиться. С 8 до 9 часов вечера бесплатно получить на Театральной площади новогодний купон, а затем опустить отрывной ярлычок в барабан. Другая часть купона остается у вас. В течение праздничного вечера до 23 часов 30 минут будет идти розыгрыш призов. Если ваш купон оказался счастливым, и вы во время объявления победителя веселитесь на площади, приз ваш. Среди подарков шампанское, бытовая техника, главный приз – телевизор. Приходите, никто не останется без подарка. Наступление нового 2019 года славянцы встретят под бой курантов и залпы праздничного салюта.